Раньше танцы считались родом искусства. Сегодня принято рассматривать соревновательные бальные танцы как артистический спорт. Он требует от танцора таких же качеств, которые свойственны и другим видам спорта. Силу, гибкость и координацию, выносливость, музыкальность, грациозность и стильность. Минувшее воскресенье второй год подряд Тверь принимала первенство и кубок Центрального федерального округа по спортивным танцам. На паркет Дворца творчества детей и молодежи вышло 164 дуэта из 17 городов России. На церемонии открытия соревнований участников и гостей приветствовал председатель областного комитета по спорту Владислав Павлов. Я хочу поприветствовать всех вас, дорогие участники, тех, кто через несколько минут будет блистать на этом замечательном танцевальном полу. С праздником танца! Я желаю вам всем успеха! В рамках турнира при поддержке комитета по спорту прошли 4 первенства области в разных возрастных категориях и чемпионат среди взрослых по латиноамериканской программе. Эти соревнования продолжили цикл региональных первенств и чемпионатов, своеобразное подведение танцевальных итогов года. Обслуживала соревнования независимая судейская бригада, состоящая из арбитров, которые приехали из других городов страны. Такое решение было принято Президиумом областной федерации танцевального спорта, чтобы как можно объективнее определить, кто же на самом деле сильнейший. Я в Твери первый раз и, честно говоря, удивлен и профессиональным организацией, и очень и мастерством пар. То есть это я рад за организаторов и за город Тверь, что вот такой большой турнир проводите. Причем от детишек до взрослых, это не каждый на это возьмется. Упорная борьба за лидерство проходила практически во всех возрастных группах программы турнира. Интрига, кто же будет первым, не покидала участников до последних минут. Пары то опережали, то проигрывали друг другу. И несмотря на сильную конкуренцию, только в двух из 15 возрастных групп гости из Дмитрова и Москвы заняли первые места. А в остальных лидерами стали тверские пары. Когда я начинал в Твери спортивные бальные танцы, не было вообще ни одной пары. Мы с партнершей первая пара, которые начали танцевать, соревноваться, выезжать в города Советского Союза на соревнования. А сейчас, это вот вы сами видите, огромное количество пар, причем красивых, шикарных пар, которые побеждают на наших российских чемпионатах, на международных чемпионатах. Так что это, я считаю, прогресс очень огромный. И что вы чувствуете лично? Я чувствую огромное удовлетворение. Танцевальный марафон продолжался с 10 утра и до 10 часов вечера. Не все участники и зрители смогли продержаться до самого конца. Самые терпеливые были вознаграждены феерическим зрелищем. Ведь в вечернем отделении настал черед выйти на паркет самым опытным танцором. Разыгрывались медали Кубка Центрального федерального округа среди молодежи по европейской программе и призовые места чемпионата области по латине. Как и год назад, обладателями Кубка ЦФО стали тверитяне Денис Важенин и Жанна Симонова. Вальсы, танго и фокстроты в их исполнении были просто безупречны. И по мнению жюри, они далеко опередили сильнейшие пары из Рязани, Калуги, Липецка и других городов. Для нас это победа, наверное, означает еще одна победа как таковая и импульс к тому, чтобы тренироваться дальше, добиваться еще больших высот, не только на уровне ЦФО, но и уже, возможно, можно думать о уровне России и так далее. А что значит танцы вообще? Может быть, простые люди нас как бы с улицы не поймут, но для нас танцы это уже стало какой-то частью жизни. Мы тренируемся постоянно, то есть с учебы мы сразу бежим на танцы. Это наша маленькая вторая жизнь. У нас свой как бы, достаточно скромный круг общения, и все уже мы друг друга знаем, и танцы мы живем этим видом спорта. С большим интересом зрители наблюдали за выступлением в чемпионате области одной из ведущих пар России, тверитян Михаила Соловьева и Кристины Цветковой. Буквально накануне они завоевали золотые медали открытого чемпионата Армении, а в воскресенье стали чемпионами Верхневолжья по латиноамериканской программе. Что значит для них эта победа? Она значит для нас в большей степени эмоциональный момент, что мы победили у себя дома. С точки зрения рейтинга, этот турнир не входит в эгиду IDSF. Мы просто станцевали перед своими близкими, друзьями. Нас помогли посмотреть наши ученики, люди, которые занимаются танцами, люди, которые просто пришли посмотреть. И как сказал Юрий Юрьевич Затовецкий, это будет пропагандой этого вида спорта. И тогда, может быть, больше людей сможет прийти в бальные танцы, потому что это действительно, во-первых, красиво, а во-вторых, это очень хорошая физическая нагрузка. И это развивает не только с точки зрения физики, но и всестороннее развитие получает как ребенок, так и взрослые люди. Поэтому я думаю, что мы какой-то вклад, может быть, внесли и помогли. Хотелось бы, чтобы больше детей приходило заниматься бальными танцами.
И пусть взрослые тоже начинают, потому что это очень интересно и красиво, и сейчас, особенно в России, это очень модно. На церемонии награждения все финалисты получили дипломы и подарки от спонсоров соревнований, призеры, медали. Победителям вместе с медалями вручались еще и кубки. И несмотря на позднее время, участники и зрители долго еще не расходились после награждения, делились своими эмоциями и впечатлениями.